Дорогие друзья, я вот сегодня походил по выставке, сфотографировался, а самое главное, я вижу ваши лица. Вот знаете, наверное, никогда ничто не заметит и не заменит это единство. И один самый лучший профессиональный ансамбль, коллектив никогда не сравнится с нашими ребятами. Почему? Потому что в каждом выступлении это душа. Второе, мы же должны понять. Они собрались, они для нас выступили. Они сделали все, что могли. В каждой песне, в каждом номере мы включили свой ряд ассоциаций и чуть-чуть оказались в той жизни, в том светлом прошлом, которое нас объединяло, которое нас сплачивало, которое вошло в нас неотъемлемой частью. Я немножко накропал, потому что боюсь, что что-то забуду, но поэтому мне хочется, во-первых, поблагодарить всех участников концерта, которые сегодня здесь, и которых нет. Выскажите слова искренней признательности руководству ДК, директору, творческой группе, звукорежиссерам, художникам по свету, работникам сцены, работникам гардероба, всем за организационное такое решение всех вопросов нашего праздника. И вручите от всех вас эту корзину цветов. Друзья мои, я не могу не сказать о самом главном, о тех людях, без кого бы не состоялся этот праздник. У нас был создан общественный совет, и общественный совет, конечно, тоже очень старался. Возглавлял его наш почетный председатель Александр Павлович Киреев и сделал очень много. Спасибо, уважаемый Александр Павлович. Это члены общественного совета и руководители рабочих групп Владимир Козин и Любовь Гришунина, Сергей Рузайкин и Ирина Расходова, Николай Бахурин и Светлана Кратюк. Это их инициатива, их комсомольский задор, закваска помогли нам все эти вопросы решить. Но честно вам скажу, что все усилия нашей группы остались бы нереализованными, если бы не помощь двух наших комсомольских лидеров Олега Климанова, Сергея Байдарова, каждодневная поддержка секретаря комитета комсомола Ирины Сизовой, комсомольских активистов Елены Аникиной, Николая Сизова, Елены Фильяновой. Мы с гордостью встречаем наш юбилей. Нам не стыдно сегодня сказать и нашим детям, и внукам, что мы не зря сделали это мероприятие. Позвольте мне от имени общественного совета сердечно поблагодарить вас за ваше участие, за ваши горячие сердца, пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемого комсомольского задора. Слава ленинскому комсомолу! Своей энергии. С юбилеем комсомола!
перестали стоять, лет через какую-нибудь три должен под зад. Хорошо.